сегодняшнего дня – это янтарное колье, которое так и называется «Знойный день». Вы уже забыли, что это такое? Тогда давайте к нам, присоединяйтесь, и мы отправляемся в путешествие прямо сейчас на родину уникального янтаря. Это Калининградская область, которая известна на весь мир своей диковинной и потрясающей природой. Уникальный день, посвященный янтарю – камень, который заряжает вас силами природы, теплом солнца и здоровьем. Мы окунаемся, и вы вместе с нами в атмосферу удивительной природы. Представляет главный товар дня «Знойный день» эксперт телеканала Шопеншоу Беляева Надежда, гемолог, эксперт по оценке драгоценных камней, владелица собственного бутика и студии производства ювелирных украшений, выпускница Миланской студии дизайна ювелирных украшений. Так ты еще и выпускница итальянской школы. Да, конечно, ты представляешь, как здорово. Вот такой у меня опыт, он, конечно, большой. Самое главное, что у нас есть своя студия. Мы работаем в том числе и с янтарем. Посмотри, какое перед нами сегодня дизайнерское колье ручной работы. При этом с круглым оттенком диском из реконструированного янтаря, он может заряжать вас энергией солнца, как амулет силы и тепла. При этом современный дизайн здесь, и дизайн выполнен в технике деграде, а колье ручной работы. Получается, каждая бусинка нанизана вручную. И венчает это совершенное творение замок из тоже бусины янтарной. И этот замок у нас винтовой, его максимально удобно снимать и одевать. Конечно, такое колье, как вот сейчас на экране, но оно просто невероятное. Посмотри, я сейчас отдельно покажу замок. Сейчас смотри, вот замок. Ух ты! Я его сейчас спустила вниз, и вот его не так-то просто найти. Причем, знаешь, он очень удобен, его удобно откручивать, закручивать, и там специальная заготовка на штифте, такой замок не потеряется. То есть, смотрите, вот у нас раскручиваем и закручиваем, то есть вам не нужно через голову надевать, вы просто сами раскрутили, закрутили, замок не заметен, и это уникальное колье, авторская ручная работа, которая сделана специально на заказ для нашего телеканала. Более того, вы можете сразу заказать и серьги, и кольцо, и браслет безразмерный именно к этому колье. Только сегодня невероятная цена за любую длину. Какую бы длину вы сегодня не выбирали, 45 сантиметров, 50 сантиметров или 55, колье имеет единую цену 999 рублей. Браслет безразмерный, кольцо с регулируемым размером, серьги. И забирая всю коллекцию, сразу посмотрите, вот они длины. Я выбираю длину 50 сантиметров, а Надюша выбирает длину 55 сантиметров, есть еще 45. Единая цена за любой абсолютный размер 999 рублей. Звоните прямо сейчас, успевайте. Подарок при заказе – это серебряная подвеска, которая уже ждет вашего звонка. Звонок бесплатный с любой точки России. Слушай, вообще, как добывается янтарь? Именно ведь в нашей России сосредоточена основная добыча мирового запаса янтаря. Мирового запаса янтаря. Более того, именно в Калининградской области добывается янтарь, который больше всего насыщен той самой полезной янтарной кислотой. И добывается, конечно, невероятным способом, его можно найти даже на побережье, но здесь у нас невероятно крупное, прямо знаешь, целый слиток янтаря. Давай измерим. Здесь размер, да, сразу хочется измерить, 5 сантиметров в диаметре, то есть этот диск, и при этом это не тонкий диск, то есть он имеет свою толщину, посмотри, какой он. Он просто невероятный, то есть он вот такой пухлый, толстый. Да. И на просвет, конечно, совершенно уникальный. Есть и паспорт изделия. Здесь у нас указано, что янтарь, далее, что колье, и что янтарь, конечно, вот такой именно наш, Балтийского берега моря. Слушайте, 999 рублей за любую длину. У нас длина 55 сейчас пользуется самым наибольшим спросом. Она может закончиться в любую минуту. Количество подарков от суммы заказа 3990 ограничено. Вы получаете серебряную подвеску бесплатно от этой суммы. И давайте, правда, перенесемся прямо сейчас в Калининградскую область, которая известна на весь мир именно тому, что она родина всемирно известного природного янтаря. Смотри, как красиво. Я не была ни разу в Калининграде. И вот, правда, что это такое янтарь? Ты знаешь, я была там абсолютно все из янтаря, очень много изделий. Там есть необыкновенные, при этом танцующий лес. То есть там, знаешь, какая-то атмосфера просто сказки. И сегодня мы как будто бы в эту сказку тоже погружаемся. Да. И Балтийский янтарь, смотри, вот здесь он, например, прямо на побережье моря, и действительно можно найти, и туристы ходят и смотрят, и кто-то находит. Но, конечно, там такие небольшие слиточки янтаря, здесь у нас прям максимально крупный такой размер. Солнечный янтарь, вообще янтарь называют самым солнечным камнем, его называют балтийское золото, и именно янтарь это
потрясающий камень, который является единственным минералом на Земле, в медицине признанный официально лечебным. Успевайте дозвониться прямо сейчас и выбирайте для себя стильное украшение. Вся коллекция, у нас есть и кольцо, и подвеска, наше колье, и серьги, и браслет даже у нас есть. Кстати, знаешь, браслет тоже очень необыкновенный, он безразмерный, и при этом здесь у нас такой акцент, такой дизайн, это монеточный стиль, он с бусинами еще дополнительными, и с такими украшениями они являются акцентными, с ними невозможно переборщить, то есть они яркие, они сразу обращают на себя внимание, здесь, конечно, я советую брать сразу, например, колье, браслет, серьги и кольцо. Да, все тренды, а скажи, это модно сейчас, вот ты занимаешься изготовлением ювелирных украшений, заказывают ли тебе крупные Абсолютно. Украшения? Абсолютно, сейчас крупные украшения входят в моду, то есть мелкие украшения сейчас гораздо, ну вот, менее популярны, посмотри, даже на подиуме, причем здесь именно в янтаре модели, то есть вот такой крупный янтарь сейчас у нас ходит по подиумам, и он, конечно, невероятно популярен, причем, смотри, размеры именно крупные. Крупные размеры, и у нас крупная вставка, 50 миллиметров, только сама подвеска, она идеально ложится на свитера, на ваши пуловеры, на ваши джемперы, эффектно будет смотреться на блузе с жакетом, как это выбирает для себя наша Надежда, и очень приятно прикасаться. Самый теплый минерал, прикасаетесь, и уже тепло. Подарок к Новому году просто идеальный. Буквально через месяц мы уже будем наряжать елки дома и будем думать, а в чем же будем встречать солнечного тигра? Так вот, если вы встречаете с солнечным янтарем, на весь год вам обеспечено солнечное настроение. Солнечный янтарь – самый теплый минерал на Земле. Позвольте себе окунуться в эту теплоту, насладиться негой объятий янтаря и, конечно, сделать подарок своим близким. Подарки сегодня закупают вместе с кольцом, серьгами, браслетом и, конечно, колье «Знойный день». Прочное украшение? Знаешь, да, здесь мы отметили, что очень крупный янтарь, то есть 50 сантиметров, и при этом оно очень крупное, потому что оно на ювелирной нити, на надежном замке, и ты видишь вот эти бусинки, они идут одна к одной, потому что это ручное исполнение. Да, это ручная работа, это абсолютный эксклюзив. У нас было продано более 3000 таких колье, представьте, на телеканале, а сегодня еще выгоднее предложение, потому что у нас единая цена за любой абсолютный размер, 50, 55, 50 сантиметров. Одна цена, 999 рублей. Сделайте первый заказ на Шопеншоу, подарите себе солнечное, яркое настроение.